Седьмой серии из сериала «Хозяйка горы». Илья предлагает Алене отказаться от украшений в пользу государства, но она слышать об этом не желает. Для нее это долгожданный шанс на безбедную жизнь. Кирилл возвращается в Каменное, и Лариса просит его зарыть топор войны с Мальцевым. Кирилл хочет снова уехать, но Роман находит способ остановить его. Для этой цели Лариса предлагает использовать Аню, в которую ее младший сын давно влюблен. 2015 год. Став мэром, Алена мстит Ларисе Артемовой, душит ее бизнес. Тане исполнилось 16 лет, но в школе у нее нет друзей. Посмотреть очередную серию вы сможете 21 июля.